Талдык, сейчас время 5 часов утра, и я сейчас монтирую это видео, постараемся выпустить это к 6-7 утра. Несколько часов назад, в 1:00 ночи, мы приехали с улицы Абая, а мы очень долго стояли около караоке-бара, где мы наблюдали за сотрудниками нашего Талкурганского городского акимата, ребят, акимата. Они внутри тусили в этом караоке-баре, и по постановлению вообще деятельность караоке-бара в караоке, она запрещена. Тем более, что в будни обычно после 12 ночи вообще ресторан, кафе должны быть закрыты. Но смотрите следующее видео, как сотрудник ЖКХ садится пьяным за руль, как он бьет, по-моему, свою супругу, как Замакима выходит из этого бара и как остальные сотрудники акимата подъезжают к этому зданию, как они используют наши государственные машины. Короче, это сотрудник ЖКХ. Это местное заведение было. Караоке-бар. Сейчас время сколько, пацаны? 007. У нас, вот смотрите, 0 часов 07 минут. И, ну, я понимаю, выясняют отношения, ребята. Бер, что ли? Тихо, сядь. Вот почему нужно запрещать госслужащим посещать кафе. Бабу бьет пиздец, да? Кухонный боксер. Ладно, потихоньку. Че, он сильно пиздит? Ты Да. А вот и сотрудник ЖКХ. Он зарусил. Опа, нифига, он бухой, да, зарусил? Ё-моё. Вот его машина. Это что за? А, это сотка, да? Он за рулем сел, еще бабу пиздит, это вообще. Свою жену, мне, по-моему, бьет. А потом к этому караоке-бару подъехала машина начальника отдела предпринимательства акимата города Талкурган Нурбола, но его самого за рулем не было, но Нурбол потом нам звонил. Смотрите дальше. Так, это у нас начальник отдела предпринимательства акимата города Талкурган. А далее в жопу пьяный ЖКХшник пошел садиться за руль служебного автомобиля. Так, он сел в машину ЖКХ, по-моему, да, это 073AW05. Еще одна машина, тоже стоит, 0, какая 068, да? 068, по-моему, да? 068AW05. Государственная машина. Так, еще одна. 084. Это 084? Угу. Еще одна госовская тачка. Так, и ЖКХшник, пьяный ЖКХшник поехал за рулем служебной машины 068, да, по-моему? Вот он поехал. Так. Ага. Не, пройти все. Проезжай, тебе. Нам, ребята, реально было интересно, что хотели, вообще для чего собирались там сотрудники нашего городского акимата. То есть, смотрите, пьяный ЖКХшник садится за руль служебного автомобиля, едет в сторону заправки «Газпром», «Мактуб». Там же его останавливают сотрудники полиции. Все. И там же мы заметили Range Rover, в котором сидели такие же сотрудники
городского акимата зам акима сидела в этой машине, в Range Rover. Не знаю, для чего они там хотели, может быть, собраться, может, для чего-то увидеться. Ребят, мы не стали догонять этот рейнджик. Смотрите дальше. Давай потихоньку езжай за этим Range Rover. Смотрите, еще вот он, акиматский Range Rover. Они где-то хотели, по-моему, собраться здесь, да? Может. Маха-маха только. Не спеши, Макс. Вот этот Range Rover, где сидит зам акима. Ну, давайте посмотрим. Они, по-моему, здесь хотели собраться в одном месте, но мы, ну, не получилось у них так сделать. А кто же сидел в этом Range Rover? Вы узнаете позже, мы это оставим прям на засыпку, прям видео, фотофакт. Машина 068AW тоже использует машину в таких вот целях. Время 1:10. Все собираются в караоке, при том, что караоке у нас запрещены, при том, что время уже 1:00 ночи, у нас до 12 ночи только имеет право работать. И вот сейчас только что мы заметили пьяного, да, как бы, ну, по-моему, ну, нетрезвого сотрудника ЖКХ. Вот машина, по-моему, это ЖКХ или какая, не знаю. Давайте поближе подъедем. И мы заметили еще зам акима города. По нашим данным, также еще находится здесь другой зам акима города. Ну и, естественно, этого пьяного сотрудника ЖКХ, пьяного госслужащего, повезли на экспертизу. Сейчас, водитель не будет за рулем? Да, и не запишем. Что, за рулем? Что, вы же не запишем? Данные как-то зафиксировали, что... В данный момент отказывается расписываться на направлении, которое заложено. Водителя не было, уважаемый. Полностью видео имеется ваше. Как вы управляли, как вы с руля вышли. Покажите. Показать вам видео? Можете показать вам видео? Ну, я за год гражданской общественности, по-моему, все тоже снимал. У меня тоже полностью видео имеется. Вы будете расписываться? Получается, вы сейчас в данный момент отказываетесь. Я водителя приехал. Вы сейчас отказываетесь от проходить метрослесительный, да? Нет, так? Я не отказываюсь, просто водитель пустил. Водитель ни при чем, водитель только что подъехал, сейчас подошел. Нет, вы сейчас будете проходить метрослесительный. Пусть он с первого пройдет, хорошо? При чем тут он? Скажите, уважаемый, при чем тут водитель ваш? Когда вы управляете данным автотранспортом, вы... Ну, потом по таллокской традиции, через знакомых и так далее, начинаются звонки. Звонил начальник отдела предпринимательства. 2-3 минуты, говорю. Бля, братан, я уехал уже? Бля, братан, ну, бауырымыз ғой, өзіміз не ебаны, вот я бір кетіп қалады. Өзіміз бауырымыз ғой, анау деймін. Кім ол анау? Сені видео отырген. Да? Бля, там надо удалить что-нибудь, придумать, нахуй. Ебать, это какие-то хаппи, салон. Чё мы с вами, бля, не ем, бегу, из меня живи, молоко, нахуй. Бля, братан, я ничего не решаю, брат. Не решаю, в Англии. Кайф, а чё саш, сейчас? Давай встретимся, что-нибудь придумаем. Всё, понял. Бля, башлёв, и врубала вас, хуй с ним, нахуй. А, вырезаны там баллы, ну, как мне, пусть это жиги, венча, я щенчина. Э, братан, мен түгі жүрсін емайым. Э, просто келді ғой уже, жігіттер, болды ғой уже. Э, болды болғанда, ол болып кетеді ана, аңғайсыз ба? Қайырлысың, давай я приеду поговорим. Брат, я уже все, отдыхаю я уже, брат. Не могу говорить сейчас. Можешь қайраться за мной делать? Бля, не знаю, нет, наверное. Я же тебе, Мазур, не каждый день звоню, брат. Да, понятно, что не каждый день звонишь. Ну, не дай. Ладно, на руке. Сами что-нибудь порешаете. Сами-то мерли, директор, порешайте это, просто ертен артынан әңгіме болып, артынан видео шығып, арнау мынау жан-жаққа пиес болады ғой, да. Соған қорқып отырмын да, если бір жерден директор өздерінің жұмысын ойлап отыр ғой. Ладно, братан, отдыхать давай. Сейчас 5 утра, мне до сих пор пытается кто-то дозвониться на телефон, но не суть. Суть этого видео в том, что мы все знаем правду, и мы обычно об этом молчим. Мы знаем, как госслужащие отдыхают в тех же саунах, кабаках, но они не следуют тем запретам, которые они сами делают. Те же самые постановления, там, кто пишет эти сам врачи, они, ну, этому реально госслужащие не следуют этим запретам сами. Они же сами и нарушают это. Те люди, которые управляют нами, как мы обычно мысль к ним приходит к тому, что вот кто вообще у власти стоит? И суть этого именно видео
мы говорим о правде именно, о той правде, о которой многие молчат. Мне вообще все равно, госслужащие собираются, там не собираются в кафе. Я вообще за то, чтобы госслужащие спокойно могли сидеть в кафе. Но когда пьяный человек садится за руль, это, я считаю, что неправильно. Когда вы слышали, вот в Алматинской области недавно пьяный водитель на УАЗе сбил 4 школьниц, 4 детей, 4 подростков. Одна из них погибла. И не дай бог, если бы, не знаю, не дай бог, если бы вот этот ЖКХшник сбил кого-то ночью, не дай бог. Мне все равно, какие там работают рестораны, какие там караоке или боулинги, бильярды, мне все равно. Но граждане, чиновники, вы сами эти пишете постановления, вы хотя бы пролоббировали бы их сами для себя. Вы для себя вы хотя бы сделали бы какую-то лазейку, форточку, для того, чтобы завтра там не ходить, не позориться вот так вот. До 12 положено работать, мы вас наблюдаем в этих кафе после часа ночи, например. И вообще, у меня большой вопрос, что там делала замакима Сауля Арзамбекова, которая недавно хлопала компьютерный клуб. Постановление главного санитарного врача запрещает деятельность в компьютерных клубах вообще. Мы соблюдаем дистанцию, обрабатываем всех гостей. Нет, вы с постановлением были ознакомлены. Там было сказано, работа в компьютерных клубах запрещена вообще. Ни при каких условиях. Вот вы сейчас говорите, мы все соблюдаем. Администратор. Маски у половины нет. Посмотрите, кто за большой народ сидит. Здесь то же самое. Посмотрите, несовершеннолетних у нас прибывает. Нет, несовершеннолетних у нас нету. Да, да, там можно все взять. Следующий зал, посмотрите. Насколько я знаю, этот заместитель акима возглавляет мониторинговую группу в Талдыкургане. Сколько человек за вас сидят? У вас вообще работа запрещена? 25 человек у нас сидят. Почему 25? У вас работа вообще должна быть закрыта. У вас клуб должен быть закрыт. Вы не имеете права работать сейчас. Уважаемый заместитель акима города Сауля Мамбаевна, при всем уважении, вы хоть раз попробовали бы нагрянуть в этот же караоке-бар, где вы сами тусите? Что там, блин? Ага, блин. Ничего себе. Это зам акима города, да? Ага. Рядом же этот, ее помощница. Адлет Рымтаевич? Да. База же. Нет, это не Адлет Рымтаевич, это в белом. Как ее зовут? Помощница. Блин. Да, да. Базар, нет у нас акиматчики, бля, пиздец вообще. Вроде недавно хлопали это, по-моему, заведение, не да? Ну это ладно. Так, народ, время уже час. Как бы карантин у нас сегодня, так, суббота, да, по-моему? Вообще выходные, по-моему, до 9 же, да, у нас по постановлению работать можно уже сейчас уже. Только что мы вот видели замакима Сауля Мамбаевну, Саулю Арзамбекову. Давайте еще раз осветлим видео. Я думаю, многие из вас узнают заместителя акима города. Пишет? Что там? Ага, блин. Белый? Ничего себе. Это замакима города, да? Ага. Рядом же этот, ее помощница. Адлет Рымтаевич, да? База же. Нет, это не Адлет Рымтаевич, а это в белом. Как ее зовут? Помощник. Ага. И в конце хочется обратиться к нашим предпринимателям. Если у вас до сих пор есть желание платить штрафы, пожалуйста, пишите комменты, продвигайте это видео. Пока.